Дмитрий Медведев обсудил проблемы ЖКХ. В ближайшее время в России может быть введено лицензирование компаний, управляющих жилым фондом. По словам премьер-министра, сфера ЖКХ остается одной из самых проблемных. Несмотря на все усилия, качество коммунальных услуг по-прежнему вызывает большие нарекания. Каждая управляющая компания должна будет получить лицензию на управление многоквартирным домом. Во всяком случае, когда речь идет о компании, которая управляет двумя и более домами. Она, эта лицензия, то есть будет действовать в том регионе, где была выдана. Есть основания для отзыва лицензии, но это всякого рода нарушения и иные события. Ну и, конечно, у руководителя компании должен быть специальный квалификационный аттестат, чтобы все вместе это позволило нам очистить рынок от тех проблемных компаний и просто нарушителей, которых, к сожалению, на этом рынке весьма много.